Приветствую вас на канале компании Adoor. Сегодня я хочу рассказать о комплектах дистанционного управления автоматической дверью, выпускаемых нашей компанией. Итак, поехали. Всем вам хорошо известен комплект с одним брелоком. Брелок, приемник, инструкция написана на двух языках, русском и английском. Следующая позиция. Комплект дистанционного управления с двумя брелоками. Приемник также, но уже два брелока для удобства большего. И наша новинка – программируемый брелок для тех клиентов, которые уже приобрели комплект дистанционного управления и хотят приобрести дополнительно второй брелок. Вот так он выглядит. Сейчас мы вам покажем, как произвести программирование этого брелока к существующему комплекту. Итак, поехали. Перед нами штатный брелок, приемник. Это дополнительный брелок, который мы хотим запрограммировать. Открываем аккуратно, поддевая крышку приемника. Достаем микросхему. Сейчас я вам продемонстрирую штатный брелок. Срабатывает индикатор и на брелке, и на приемнике. Это означает то, что они настроены друг на друга, запрограммированы, успешно работают. Наша задача — запрограммировать дополнительно второй брелок. Для этого мы кратковременно нажимаем на микровыключатель. Вот он небольшого размера, белого цвета. Нажали. И нажимаем кнопку на брелке. Несколько раз срабатывает индикатор на приемнике и останавливается. Это означает то, что дополнительный брелок мы запрограммировали. Проверяем. Индикатор работает и на брелке, и на приемнике. И аккуратно собираем. Итак, мы запрограммировали брелок дополнительный. Теперь у нас на данном комплекте дистанционного управления два брелока. Особо хочется отметить, что все наши устройства, все комплекты дистанционного управления выполнены на основе безрелейной схемы элементной базы, что существенно повышает надежность и безотказность устройств. За приобретением комплектов обращайтесь в отдел продаж компании Adoor. Всем спасибо, всем пока!